Ой, друзья, привет! Сегодня какое число? Какое-то число? Воскресенье. Договорились с подругой встретиться в 11. Это в 9 часов, по-моему, утра было. Думаю, ой, время есть. Пока кусты срезала, пока машину помыла. Тут машину заглянула, смотрю, 10:30. Ёлкины-палкины, мне еще в город нужно. А она ничего, она подождет. Она не уйдет. По какому вопросу встреча, друзья, сказать не могу. Шкурный вопрос. Друзья, то, что можно, когда вот уже, когда помидоры созреют, когда уже собирать нужно, тогда. Потому что, как говорится, ну тут, ой, сейчас опять начну умничать. Цыплят по осени считают, не говори гоп, пока не перепрыгнул, да, в таком плане. Без обид, ладно? Сейчас вот этот грёбаный перекресток проедем. Потом в нормальных условиях почирикаем. Ну все, други, выехал на нормальную дорогу. Ну что, други, покатаемся? В футболке еду. Ветровка здесь. На улице, видите, машину мыло. Ветерок прохладный. На солнце-то более-менее, а где-то в тенечке взойдешь, и уже прохладно. Осень. Осень, други, осень. Вчера, наверное, все посмотрели все мои 3 видео. И вчера, когда приехала, что-то, ну, когда время есть, заглядываю в комментарии. И там смотрю, несколько человек написали: Зинаш, видели, что там обзор делают на ваш канал? Я быстренько туда. Ну, приятно. Приятный голос такой, не наглая девочка. И там по голосу видно, что молодая. Только начала свой канал. Вот. Просмотрела ее ролик. Там правая фотография такая, вот такая. Корректно. И, друзья, вам большое спасибо, девчонки. Вот я сразу своих там узнала. Даже на аватарке смотрела. Вначале комментарии читала, потом уже раз посмотрю, как-то вот в поддержку мою. На аватарке смотрю. Это мои други с канала. Девчонки, спасибо. Кто-то написал: а вы разрешение спросили у Зинаша, чтобы обзор делать? Ай, мои золотые вы, золотые. С друзьями в жизни не повезло. Ну, как не повезло, но с подругами. Я рассказывала. А с вами, друзья, мне море по колено. И там единственный там комментаторша одна. Ой, жизнью обиженная женщина. Что-то она там взъелась на казахов. По одному человеку нельзя же судить, или по нескольким человекам, про целую нацию, про целое государство. И там есть Казахстан, обхаяло, что Советский Союз Казахстан поднял с колен. И про дефицит там, про все. Я этой девушке написала потом в комментарии, что удачи вам в продвижении канала, туда-сюда. Потом говорю, а это вот бывают комментаторы, которые обиженные или изнасилованные жизнью. Я просто, друзья, встречала, ну, немного я одну обзорщицу смотрела. Я смотрела один канал, одна женщина говорила, с одной республики бывшей. Совсем не с большинством ее не согласна. Ну, так смотрю, потому что там тоже на канале девчонки смотрят, говорят, по вашей рекомендации посмотрела. Ну, я не рекомендовала, просто говорила, там Скотт сказал про канал. Она говорит, я так заглядываю иногда, мне интересно, как этот ремонт продвигается. Но она как-то вот купила старый дом, разрушила, там что-то, в общем, из говна конфетку хочет сделать, там, в общем, я на канал подписана ее, отписывалась, там интересно. И иногда заглядываю ролики, так, на скорость посмотрю, прокручу, если что-то интересное, так посмотрю, а так у нее однотипное все. Вот.
И вот на нее стала делать обзор одна женщина. Тоже открыла свой канал, у нее немножко подписчика было. Но там в такой, знаете, в оскорбительной форме она ее обзор делает на ее канал. На личности переходит. На личности. И вот там у нее в комментарии, видимо, не пишет, а вот на нее начала обзор делать. И вот пакости, говорит, пакости, смеется с мужем. Ладно бы женщина там обсирала, да? Но там и муж сидит. Ой, как начинают не смеяться, ржать начинают. И вот такие, знаете, неприятные, неприятно слушать. И там в комментариях собрались подписчики, подписанные на нее. Ой, друзья, это змеиный клубок, змеиное логово. Там такие оскорбления. Они там ей, вот этой женщине, которая ведет канал, такие клички придумали. Не имена дали, клички дали. Там еще на другой канал, на параллельный, ее подруги канал ведет. Там с мамой. И там маму оскорбляют. Там ужас какой, ужас. Если интересно, просто посмотрите. А, на этот канал этой блогерши двое ведут. Один ее земляк, одна где-то, а вторая, вот эта, про которую говорила, она с Прибалтики. Ну вот, который ее земляк, парень ведет. Он тоже такой своеобразный. Ну, он такой в шутливой форме. Сестра, там все, она про него говорила. Она говорит, ну, слава богу, вот братишка там, оказывается, появился у меня. Они с одного государства. Он такой в корректной форме говорит. Ну, там комментаторы тоже жесткие. Ну, вот у этой женщины, вот, если вот интересно, посмотрите. Просто комментарий почитайте. Персик канал. Я на этот канал один раз зашла. Мне просто не солидарность, просто человеческое, знаете, ну, человеческое какое-то самолюбие, что ли, достоинство какое-то меня взыграло. Я написала комментарий, говорю, люди, вы что делаете? Говорят же, ну, думаю, смотрю, там все русскоязычные, ну, по аватаркам. Я говорю, есть же такое, что не суди, да судим не будешь. Друзья мои, там, видимо, люди просто сидят на канале, сидят. И вот каждый, как вот рыбу ловит, и вот там и мужики про меня написали, женщины. Видимо, аватарку мы посмотрели вот на фотографии, которая на канале у меня, черно-белая. И написали, ой, такая же, мол, там мордастая, там еще что-то. В общем, да, меня съели, у меня чуть без трусов не оставили. Я на канал не стал заходить. Там оскорбления, там в мой адрес такие оскорбления пошли. Там, друзья, вам не передать. Я плюнула на это дело и на канал не захожу. Пару раз еще заходила, посмотрела. Ну, у нее муж, у них там достаток, видимо, она поваром работает, вот эта обзорщица. Видимо, достаток есть, все. И просто она унижает честь и достоинство этой женщины, блогерши. Но каждый живет как может, правда же? Не нравится, ну не смотри ты этот канал. Но если ты решила, вот эта обзорщица с Персик канала, она просто... У нее своей тематики нет, вот темы. Она вот решила по-легкому выбиться. Она решила сделать обзор. Есть обзоры, допустим, на художественную литературу. Вот, допустим, вчерашняя моя девочка, которая обзор на мой канал делала. Я посмотрела, она там на 2-3 канала тоже делает обзор. Она вчера мне разрешение спросила. Говорит, Зинаша, можно я иногда буду делать на ваш обзор, на ваши ролики обзор? Я говорю, да ради бога. И продвижение вашему каналу. Вот, не наглая, хорошая девочка. А это решила, видимо, вот с Персик канала, видимо, решила свой канал продвинуть за счет вот этого. Там хейт сплошной. Обсирание, друзья, таким грубым языком сказать. И на канале собрались, потому что у той женщины, блогерши, там, когда негативно пишут, ну, кому нравится, как тебя оскорбляют? Она сразу всех блокирует в бан. Она там, в отличие от меня, я иногда так резко реагирую на некоторые комментарии. Сейчас вот стараюсь себя в руках держать. Она просто спокойно, молодец. Она младше меня, ей под 40. Она их просто блокирует. И люди вот этот свой грязь не могут к ней, до нее донести свое там. Они поэтому на этот канал обзорщицы переходят и там обсирают. Вот в прямом смысле, друзья, просто обсирают, обзывают там. Ой, друзья. И вот с одной стороны, почему не отписываться от той женщины-блогерши?
просто иногда вот на ее реакцию смотрю, вот где-то вот, может, энергия где-то подпитывается, не то, что энергия, где-то опыта, может, набираюсь, как вот она себя ведет, достойно. Ну, она такая, вот знаете, давай, проходи. Такая мужиковатая, ну, раз Бог такой создал. Ее и там лесбиянка обзывают, там, ну, кто, никто же свечку не держит там, зачем такое писать? Поэтому я вчера, если честно, немножко струхнула. Думала, блин, кто же там на меня обзор делает? А посмотрела видео, не знаю, как дальше она будет себя вести. Но я тоже на нее подписалась, думаю, чтобы поддержать хоть одним голосом, одной подпиской. Другий канал не смотрела, как она там обзор делает. Ну, корректно, корректно. Видно, что девочка воспитанная, грамотная, голос приятный. Вот, та обзорщица спирт-канала, она свою эту фотокарточку выставляет, там она, знаете, вот эта блогерша, она такая полноватая, сбитая, а эта сама повариха, она вот такая вся, и дома там такой тоже срач у нее, просто такой домик нормально не купили, а вчерашняя меня, которая обзор делала, она просто за картинку ставит там природу и за экраном озвучивает, поэтому... И вчера в комментариях у меня уже на канале вечером, не знаю под каким видео, но 3 видео было, с того канала видео посмотрела и ко мне пришла и написала, что ой, все, что она, такой смысл, что я была о вас лучшего мнения, была, смотрела вас, все-все-все однозначно, отписка, вы еще написали ей, что желаю удачи, пожелали удачи ей туда-сюда, ну, друзья, но... Разве так можно себе реагировать? Говорят же, друзей держи близко, врагов еще ближе. Это мой принцип в жизни. Эта девочка никак пока к числу врагов не относится. Ну, тоже свой канал открыла. Она еще пишет, что я работаю, поэтому не всегда успеваю. Не всегда буду успевать заходить, но иногда как буду обзор ваш делать, потому что я там 3 канала взяла, 2-3 канала на обзор. Вот. Поэтому, и вот эта комментатор, что тебя написала мне, ой, все, однозначно отписка, все, все, все. Ну, как говорится, друзья, свято место пусто не бывает. Я иногда вот по утрам, по вечерам в свою творческую студию захожу и там аналитику. И там видно там подписки. Допустим, раз открываю, допустим, 15 тысяч. Или 15 тысяч, там 15 тысяч 10. Потом раз, немножко экран так дерну, чтобы она перезагрузилась. И смотрю, чик, один этот человек отписался. Потом смотрю, через какое-то время раз, смотрю, уже 4 подписались. Поэтому там кто от меня отписался. Друзья, ну, не хочу грубо сказать, но это как говорят, флаг вам в руки. Вперед с песней. Кто постоянно на канале, кому интересен мой канал, тот останется. Что бы я там ни показывала, что бы там ни говорила. Вот. А кому не по пути, то, конечно, насильно мил не будешь. Конечно, каждый вправе выбирать себе тот канал, который ему интересен. Я ничего против не имею. Я то же самое. Я на многих подписана. Ну вот, 1-2 канала я смотрю постоянно. А остальные периодически захожу. Потому что, допустим, я там говорила, одна блогерша есть, она Пряхина. Она вяжет, вышивает, там, ну, слов нет. Красавица, красавица, умница, разумница, все. Ну, я к ней вот заглядываю, смотрю, но комментарии, друзья, честно, вот, просто физически сил не, у меня времени не хватает. Я смотрю своих блогеров, редко-редко пишу комментарии, потому что, дай бог, времени и сил мне ответить на ваши комментарии. Потому что я своими подписчиками дорожу. Я вас всех по крупицам собирала, по крупицам.
по крупицам собирала. Поэтому я каждым из вас дорожу, каждому стараюсь ответить. Не текстом, так вот смайликами или хотя бы поздороваться. И вот мне многие писали, что да нет, не надо, Зинаш, мы будем писать, так просто читай там все. Пока возможность есть, друзья, я буду отвечать. Иногда на это 2-3 часа уходит. Иногда сразу, иногда, когда время бывает, бывает, когда вот нечего делать. Я тут сразу видео скинула, смотрю, комментарии пишут, я сразу стараюсь отвечать. Что, потому что там, если на 1-2 дня оставить, там, видели же, под каждым видео, допустим, от 100 и выше бывает, и 300 комментариев бывает. Ну, вот. А если это 2-3 видео, то умножьте на 2, на 3, это по 500-600 комментариев. Это работа. Вот. Сейчас будем проезжать. Сейчас попробую показать вам вот этот забор этого с правой стороны сейчас будет. Там вот, вот с правой стороны баннер. Ну, сейчас не видно этого храма. Храм Александра Невского. Вот, вот видите, с правой стороны этот баннер. И туда дорога. Сейчас гляну. Да, туда дорога, можно проехать. Там храм. Как-нибудь, друзья, как-нибудь я туда съезжу, поснимаю вам, покажу, потому что мне самой интересно. Очень красивый храм. Вот. Я один раз снимала у нас в поселке, там храм есть тоже старинный. Как-то снимала, и там мне кто-то написал, один человек был, что зачем, типа, ты мусульманка, христианский этот снимаешь. Я не знаю, друзья, уже устала говорить. Как говорится, Бог один, вера разная. У каждого своя вера, но Бог один. Там на небесах не бывает, там ваш Бог, наш Бог, там по соседству сидят, между собой болтают, правильно? Прости. Пускай меня простят Всевышние. Вот. И вчерашняя вот эта, которая мне написала, что отписываюсь, все. Ну, такие вот, из-за таких людей, друзья, и войны происходят. Из-за таких вот этих скинхеды, такие вот движения появляются. Почему сейчас, допустим, выезжать куда-то в Россию или в какие-то другие государства? Ну, боязно, потому что там и вы знаете, что мусульман чурками обзывают. Чурка с глазами, чурка, потом как-то еще называют. Зачем? Все-таки, вот, как бы ни говорили, друзья, советское время не хаяли, при Союзе явного такого пренебрежения и какого-то отношения к национальности не было у нас, друзья, не было. Советский Союз, все, за границу куда-то на Олимпиаду и летят, все. Там казах, русский, белорус, там узбек. Никогда никто никого не притеснял. Помните, эти пионерские лагеря Артек были? Там со всего мира пионеры были. И обнимались, и там дружили, письма писали. И в армии, у меня брат рассказывал, в советское время служил же. На Дальний Восток закинули, в Спасск Дальний. Дальневосточники, привет. Так там, допустим, где-то на сборах встречаются, ты откуда? С Казахстана. О, земляк! Брат с Алматы, а тот откуда, допустим, я не... Вот куда на встречу еду, подруга позвонила. Где ты? Я говорю, вот уже еду. Я вот... Это едем по Шолохово. Сейчас надо вот по Сифулино налево повернуть. И до вокзала. Вот проспект Сифулино. Поворачиваем на Сифулино. И вот вокзал. Сейчас будет... Я вокзал вам показывал, друзья. Люблю этот район. Помните, я вам пока рассказывала, что как-то стояла здесь, знакомого ждала Сашку. Вот справа, где вот поворачиваем, там на углу стояла. И меня там парни останавливаются на машинах. Работаешь? Я говорю, работаю. Сколько? Я думаю, они время, блин, спрашивают. Я им часы говорю, они матерятся, уезжают. Потом Сашка приехала, я говорю, вот так, он говорит... Блин, Зинаш, говорит, тебя же снимали. Я говорю, блин, а что, на проститутку похожа, что ли? Он говорит, ну, цивильная же, цивильная. Вот вокзал, станция Алматы-1.
Люблю этот вокзал, друзья. В детстве я всегда, когда папе в аул ездила, отсюда на поезде уезжали. Вчера кто-то, девчонки, Лилия, по-моему, с моего канала написала, говорит, что этот... Проходи, родной. Зинаш, говорит, в ауле родилась. А эта обзорщица говорит, насколько я поняла, она городская. Потом я написала, говорю, да, я родилась, выросла в городе, а на каникулы ездила в аул. Так, а куда я встану? Мне куда-то надо, друзья, припарковаться. А я сейчас вот сюда вот встану. Вот сюда вот так вот. Все, други. Пошла я. Сейчас надо позвонить. Где она здесь? Она какое-то сказала кафе. Давайте, пока.